120 лет Моше Рабейну было, когда он сейчас вот как раз последние главы идут в Торе. Ему было 120 лет, это последние дни он перед смертью говорил, что будет в будущем, да? И это так очень совпадает. Почему-то цифра 120. 120 лет будет человек жить на земле. Есть какие-то особенности в Торе, да, которые выражены в гематриях, в числовых значениях. Вот когда начинаешь за этим наблюдать, просто поражаешься, как это все работает. Есть у меня в синагоге, где я молюсь по субботам, есть один парень, он ученый такой, когда-то был ученый из Америки, папа его ученый. Его папа изобрел, он врач, изобрел витамин Е. У него было, вот он доказал, что обязательно нужно детям давать этот витамин Е. И дети тогда, Ричи, его зовут, профессор Ричи, его папа. Получается, что раньше дети, которым не хватало этого витамина С, они могли ослепнуть, там, ну, были очень плохие последствия. И он спас очень много детей, его папа, получается, очень. И он сам очень уже пожилой, прям живет тут рядом с ним, да? Так вот, сын его написал книгу «Математическое доказание существования Бога», да, создателя. Вот он сейчас эту книгу распространяет, вот он во всем видит, как бы разложил по математике, да. Я ему говорю, мне не надо доказать, я не та целевая аудитория. Я и так верю, что есть Бог. То есть, кто верит, верит. Кто не верит, не верит. Кто-то верит, что есть Бог, кто-то верит, что его нет. Все верующие. Каждый человек, он верующий, только все в разные верующие. И сегодня мы заканчиваем. У нас будет сегодня, значит, 28-е ворота, получается, да, 28-е ворота книги «Пути праведников». И я хочу сделать сейчас по этой книге, сегодня вот урок закончится, я прямо даже во время молитвы думал на эту тему, сделаю такой чек-лист по 28 вот этим главам, главные идеи, чтобы можно было повторять. И чек-лист будет в телеграм-канале Ваикра. Поэтому все, кто еще не подписан, подпишитесь. Телеграм-канал Ваикра называется. Там как раз вот сейчас тоже проходит в прямом эфире урок Торы. Кто смотрит в телеграме, значит, у вас прямо в этом же канале появится вот этот чек-лист, чтобы можно было повторять. Потому что главное же, это насколько вот эти знания Торы, они вошли в сердце. В сердце это в мышление. Потому что мы же хотим перейти в вечность не камушком каким-нибудь. И если вот скажет, например, Валера там Фокса, да, ты в вечность перейдешь, но ты будешь там Джонатан Свифт. И ты не будешь помнить, что ты Валера. Так Валера скажет, секунду, так это я тогда не Валера, это не я перейду. Это он, я, это я. То есть все хотят перейти в вечность, как в том виде, в котором ты будешь. Вот даже так можно сказать. Чего человек больше всего в жизни хочет? Он хочет, чтобы лично ему было хорошо, ему и его близким. А кто его близкие? Это те, кто в его сердце, кого он считает близкими. Вот он хочет, чтобы те, кто со мной в моем сердце, да, внутри меня, кого я люблю, чтобы мне и им было хорошо. Те, кто в моем сердце, но кого я не люблю. У человека же он носит с собой и тех, кого он любит, и тех, кого он не любит. Причем тех, кого он не любит, он их помнит даже часто больше, чем тех, кого он любит. Это тоже удивительная вещь. Насколько человек вот носит в своей памяти. Как у меня вчера был подкаст с одной девушкой, она блогер, актриса бывшая. И она говорит, у меня такое было детство тяжелое, страшное. Детство у нее было все. Там папа умер 4 года. Ну, в общем, какие-то у него были страшные вещи там в детстве. И она говорит, это как шрамы. Я их и прорабатывала, и с психологом ходила. Но я же, говорит, их никогда не забуду. То есть я с этими шрамами, ну, как бы всю жизнь хожу. И человек, он хочет уйти в вечность, но без этих шрамов. Убрать все эти травмы свои, убрать боль из себя. И хочет существовать вечно. То есть все люди одинаковые, все хотят, чтобы здесь было хорошо. И чтобы это хорошо продолжалось как можно дольше. И если возможно, то вечность. Теперь кто-то скажет, а я не верю в такую перспективу развития событий. Имеет право не верить. Каждый верит во что хочет. Кто-то, например, верит, что завтра будет что-то плохое. И он называется параноик. И его в больницу могут запереть. Если он сильно верит, что будет плохо, то он прямо становится, ему говорят, ну ты больной, говорят, у тебя, ты слишком уже, знаешь, веришь, что все будет плохо. Второй говорит, а я верю, что будет плохо, но не так сильно я верю, что будет плохо, как параноик. Ему говорят, ну ты пессимист тогда, пессимист-скептик, ну сам тогда мучайся, тебя мы в больницу не заберем, но мучайся, значит, думаешь, что будет плохо. Третьему говорят, а ты как думаешь? Он говорит, а я не верю ни во что, я просто думаю, что скучно все это. Вот я не верю.
Ему говорят, ну, тоже живи тогда в своей серости. Не веришь и не веришь. Четвертого спрашивают. Сейчас мы переходим в плюс. А ты как думаешь? Он говорит, а мне интересно, что будет дальше. Я вот просто чувствую себя как в кинотеатре. На попкорн денег хватит. Я все время буду смотреть там новости, что там дальше будет. Мне интересно просто. Я как бы особо не парюсь. Хорошо, плохо, но я прямо вот вообще в захвате, да, есть в Украине такое слово. Я excited, вау. Я каждый раз тоже открываю новости, думаю, что вообще там дальше-то будет. Тут пейджеры взрываются, тут то. Пятого спрашивают, а ты как думаешь про будущее? Он говорит, а я думаю, будет хорошо. Я оптимист. Я вот себе думаю, что будет хорошо. Сейчас изобретут квантовый компьютер. Всех злодеев выключат, отключат от электричества. А всех добрых, хороших и вычислят сразу. Квантовый компьютер, он сразу покажет, где злодеи, где не злодеи. Их, значит, изолируют. Потом изобретут какой-то укольчик. Они станут добрыми, хорошими. Все будет хорошо. Это оптимист так думает. А пессимист ему говорит, наоборот, говорит, квантовый компьютер изобретут китайцы там или какие-нибудь северные корейцы. Они, наоборот, всех, значит, хороших изолируют. То есть у них спор теоретический, да? У пессимиста и у оптимиста у них спор чистая теория. Меня кто-то спрашивает, она, а вот если, например, будет так и так, значит, и что тогда, ваша теория не работает? Ну, человек придумал такой, в тупик меня поставил. Я ему говорю, нет, говорю, смотри, вот ты вот придумал вариант, в который там моя теория не работает. А я тебе скажу, что будет тогда. Тогда, говорю, прилетят инопланетяне и все исправят. Он говорит, так ты ж придумал. Я говорю, ну и ты придумал. Ты придумал, что будет плохо, я придумал, что будет хорошо. Мы оба как бы теоретически бьемся своими теориями, да? Получается оптимисты. Теперь возьмем стадию выше. А стадия выше это верующий человек, который верит в Бога. Такой экстремальный оптимист. Он говорит, а все и так хорошо. Не то, что все будет хорошо. Все вообще хорошо. Мы в вечности. Это вообще иллюзия, вот, в которой мы здесь живем. Это просто некая иллюзия. Я уже там, говорит верующий человек по-настоящему. А там-то вообще я уже в раю. То есть это у меня только здесь ноги, как бы пяточки. Ну, этот скафандр у меня здесь, этот биоскафандр, да? Вертикально ходящая лужа. А я вообще, я уже в раю. То есть ему скажут, не, извините, тебя туда же, куда параноика. Скажут, вот параноики это крайнее, да? Крайний такой пессимист, параноик или там депрессивный, который уже такой лежит, уже все, овощ. Этих лечат. И тот, который говорит, что я там пророк. Знаете, как стоят на улице в Иерусалиме двое. Один говорит, я Машиах, я Мессия. Второй говорит, нет, это я Мессия. Ты что вообще? Меня Бог послал, я здесь, я спаситель. Тут говорит, да нет, говорит, я тебе говорю, я Мессия, я Машиах, я Сын Божий. Все. В общем, они спорят так на улице. Третий такой идет человек такой вот, очень такой степенный, важный, такой на Садгуру похож очень. Его спрашивают эти двое, давай спросим, вот человек идет, значит, его спросим, кто из нас Машиах? Они его спрашивают, скажите, пожалуйста, кто Машиах, кто Мессия, кого Бог послал? А такой на них смотрит, говорит, а я еще никого никуда не посылал. Это все крайние случаи, да? А так люди выбирают, во что верить. Кто-то верит, что будет у него вечная жизнь, все будет хорошо. Кто-то верит, что не будет. Кто-то так, кто-то так. То есть вот тут вот между вот этими двумя крайностями параноик и депрессивный тип. И ну, тот, который уже с ангелами разговаривает. Есть такие, которые прям с ангелами разговаривают. Я помню, как граф Бенсон из Инверова, такой есть раввин, подошел один такой много говорит во время урока. Говорит, Рав Бенсон, мне уже проявляться? Тот говорит, в смысле? Он говорит, ну вы же понимаете, говорит, что я Машиах, я спаситель, мир пришел спасти. Мне уже проявляться? А Рав Бенсон такой сидит, он вообще вот просто ангел такой. Он говорит, а врачи что говорят? Тот говорит, ну Рав Бенсон, ну что, врачи не знаете? Ну врачи что, там редки, там все. Он говорит, вы знаете, в Шулхан Арухе написано, да, прямо на сборных законов. Врачей надо слушаться. Он говорит, слушайтесь врачей. Говорит, скажут проявляться, проявляйтесь. Скажут не проявляться, не проявляйтесь. Все, вот такие вот есть интересные моменты, да. Поэтому мы сейчас уходим от крайностей и мы завершаем книгу. Значит, книгу он завершает именно вот этим вот главой, которая называется «Ират Шамаем», «Страх перед Всевышним». Да? Он пишет не перед небесами, перед Всевышним. И вот этот вот трепет перед Всевышним,
Он бывает трех видов, как вы помните, да? Вообще страх бывает трех видов. Первый, скажем так, религиозный страх бывает трех видов. Бывает страх, когда человек боится людей. И он считает, что вот он живет в обществе уже религиозных людей, и он думает, если я что-то буду нарушать, будет некрасиво. Будут люди говорить, вот какой он религиозный. Он только называется религиозным, а по факту он не религиозный. И человек боится, что люди его осудят. И он из-за этого более ведет себя по законам Всевышнего. То есть он, его выбор был хотя бы выбрать систему координат, выбрать себе соседа, выбрать себе общество, в котором он хочет быть частью этого общества. То есть человек выбирает, в принципе, я вам так скажу, что очень тяжело быть человеком верующим, праведником, религиозным в окружении людей, которые думают по-другому. Человек так устроен внутренне, вот особенно на таких животных своих уровнях, что он встраивается в окружающих. То есть у него прям есть зеркальные нейроны, которые их отслеживают. Он хочет быть принятым обществом, у него прям это есть. Он хочет жениться, и поэтому, если он в обществе будет не принят, он не сможет жениться. И поэтому человеку очень-очень сложно в окружении негативном, недуховном остаться собой. И это вызывает огромное у меня еще раз вот такое вот удивление даже, да, насколько еврейский народ, находясь 2000 лет, находясь в изгнании, в исправлении за свои грехи, он не растворился, то есть он не исчез. В это время исчезали целые народы, все время была война, вся Европа, вот 2000 лет, пока еврейский народ находился в Европе, как есть метафора, как овечка между 70 волков. Действительно, была овечка между 70 волками, как сейчас Израиль в мусульманском мире, там 1,5 миллиарда мусульман и Израиль, 8 миллионов населения вообще. Китайцы, когда-то президенту китайскому рассказывали там, он говорит, что про Израиль все время пишут во всех новостях, сколько их? Ему говорят, ну их там 7 миллионов. Он говорит, в какой гостинице они живут? Где, в какой гостинице они остановились? 1,5 миллиарда китайцев, там 7 миллионов евреев. И вот, значит, а то они, эти 7 миллионов, ходили пешком между странами, а тут воюют. Англия с Францией воевали, наверное, там, я не знаю, 100 раз. Германия с Францией, Англия с Германией. То есть вся Европа все время была на ножах, да? То есть это написано, когда Ицхак дал благословение Исаву, он ему сказал, своим мечом будешь жить. Мечом это европейские народы всегда воевали, всегда на протяжении всей истории. И тут еврейский народ, значит, отправленные на исправление, они ходят, а евреи не воевали. То есть еще Бог, когда их отправлял на исправление, он взял три клятвы. Он сказал так, что первое, не будете с оружием восставать на тех, где вы живете. Евреи всегда были безоружные и никогда не восставали ни против кого. Значит, не будете силой возвращаться в землю Израиля, пока месть исправления не закончится, значит, вы не будете сами силой возвращаться. И третью клятву он взял с народов мира, что вы будете их притеснять, но не уничтожите. Да? И поэтому всегда было вот на протяжении 2000 лет притеснение, но и евреи ходили, как знаете, как есть... Зачем Бог еврейский народ отправил в Египет? 210 лет тяжелейшего рабства для того, чтобы как раз исправить, да, это как когда золото, например, очищают, да, его прямо печки такой специально его плавят, чтобы все примеси ушли. Значит, дальше, или там серебро очищают, понимаете? То есть это очень важная вещь такая. И 2000 лет было это исправление. Как раз в сегодняшней недельной главе каждую же неделю читают недельные главы. И если вы посмотрите сейчас, я думаю, где можно ее открыть, чтобы не повредить трансляции. В общем, если вы посмотрите, глава Ницавим, и как раз сегодняшний день, и там Всевышний говорит, что в конце времен я соберу вас из всех народов, со всех краев земли, то есть где бы вы ни были, я соберу вас обратно, и вы вернетесь в страну, которую я обещал клятвенно отцам вашим. И мы видим сейчас, это исполняется, все, что написано в Торе, исполняется. И мне вот сегодня запомнилась такая фраза, как раз глава Ницавим на второй день недели читает. И там написано так, что «И обрежу я сердца ваши, и, значит, исправитесь вы, и воспримите Бога». То есть у человека сердце человека, это его мышление, оно закрыто. Чем обычно закрыто это сердце?
Страхом. Раньше люди боялись, страшно боялись жизни. Все люди были почему люди там воевали и так далее. То есть они понимали, если я не пойду воевать, я умру там от какой-то эпидемии завтра или от голода. Да? То есть у него не было никаких вариантов у средневекового там парня какого-нибудь, да, ты или, значит, ты пасешь овец, или ты земледелец, и ждешь, пока приедут татаро-монголы какие-нибудь, чебуреки, и, значит, заберут все, да? Или же ты сам становишься таким чебуреком, который садится на какого-нибудь коня и под лозунгами там, значит, отомстим за кровь Христа, или там мусульмане, значит, Аллах Акбар, значит, вырежем всех земледельцев и заберем у них овец, но под хорошими лозунгами, что типа мы за правое дело грабим, мы грабим не просто так. И все, а как бы средняя продолжительность жизни 40 лет, других-то вариантов и нету. Теперь и тут евреи все время, они ходят по этой Европе, а что делали евреи? Вот так сидели с книжками все время и пытались, куда придут, тут ремесло, тут... А им, кстати, не давали земледелием заниматься, они занимались только ремеслом. То есть евреи были портные, там, ювелиры. И вот они, значит, куда придут, в какой-нибудь город, занимаются ремеслом. Там покрасили, там починили, там все. Денег заработали, значит, у этих сидят, урожая нету. Ну что, а что они Христа распяли-то? Повод. Ну давай заберем у них все тогда деньги, значит, и выгоним. Да, чтобы еще и дома забрать. Давай. Вот они вот так вот угонялись с места. Как они остались евреи живы во все эти 2000 лет? Вообще у меня большая для меня загадка. Если бы не учить Тора. Тора говорит нам, что Всевышний защищает. Он говорит, действительно, как родители, например, они наказывают ребенка, но они же хотят его исправления. Поэтому иногда наказывают. Вот так Всевышний наказывает иногда любого человека. Он ему дает как бы наказание для того, чтобы человек исправился. Ну давайте, заканчиваем мы главу. За главу мы заканчиваем про страх перед Богом. Значит, есть страх перед людьми. Если человек попадает в плохое окружение, он боится плохого окружения. И люди, которые попадают там в какие-нибудь банды, они, боясь испортить себе репутацию, убивают, там, грабят. Ну, то есть, не, я нормальный, пацаны, я нормальный. Вот смотрите, я сейчас там еще пару раз стрельну в кого-то. Значит, человек попадает в религиозное общество, в синагогу, он говорит, все, я к Нишне на место, тут я помолюсь, тут поучусь. Тут доброе дело сделано, но он это делает из страха перед обществом. Это самая низкая, как бы, ступень страха, страх перед людьми. Второе, человек, который верующий, он верит, что если он нарушает заповеди Всевышнего, то тогда у него будет отдача. Вот я, например, верю, что... Вот у меня сейчас, например, пошло там в каких-то делах спад. Я думаю, что-то я не то сделал, где-то я нарушил, где-то я что-то... Не довыполнил, не додал, не до это. Может, где-то я ошибся, да, в каком-то моменте. И я начинаю что делать? Я начинаю больше делать заповедей для того, чтобы вырулить из этой ситуации. Вот Марк, например, подключился. Он, когда бизнес начинал свою платформу комьюнити, да, он пришел, говорит, что делать? Там что-то не идет. Учиться, тфилин одевать, массер давать. Он начал, у него сейчас просто, слава богу, слава богу, значит, вообще лучшая комьюнити, бизнес-комьюнити в Израиле. Но почему у него так было? Потому что Марк на тот момент практически ничего не соблюдал. И для него любое движение в сторону Всевышнего, оно приносило ему большую связь со Всевышним, большой свет, большая помощь Всевышнего, как чудеса. Да, как чудеса, когда был исход из Египта. То есть, когда ты начинаешь только с Богом вот этот вот диалог, то у тебя любое действие, оно имеет большую отдачу в плюс. То есть ты, в принципе, ну там, это как человек, который никогда не тренировался, он сегодня поприседал, у него крепатура, он 3 раза присел, у него уже мышцы болят. Он такой, вот прикольно, там я 3 раза присел, у меня мышцы болят. То есть ему любое действие, оно ему дает уже результаты, организм реагирует. А Валерий Борзов, например, он если бы он 300 раз присел, был такой бегун, у него на мышцы уже нет влияния. Он уже как бы тренированный настолько. Так он залазил на тумбу 2 метра вниз, прыгал, чтобы дать 2 тонны нагрузку на ноги. Потому что для него уже просто присесть, оно не работало. Или присесть со штангой. То же самое человек, который, он только входит в Тору,
Для него любое действие – это для него заповедь, свет, связь со Всевышним. То есть он видит прям реально чудеса. Человек, который уже давно в Торе, он уже заскучал такой, сидит, думает, ой, вот это я, что буду там сейчас так напрягаться, уже я такой опытный, типа опытный спортсмен, да. И у него начинается, он начинает падать. А Всевышний тогда ему начинает его, значит, каким-то образом у него начинается, ну, его пробудить можно через проблемы. Получается, если один одевает тфилин, ему за это с неба валятся деньги. Второй одевает тфилин, в это время думает там о чем-то постороннем. Ему за то же самое действие идет какая-то проблема на голову, чтобы он начал уже одевать тфилин. На его уровне он должен одевать тфилин и думать только про заповедь. То есть вот так примерно оно работает. Это второй вид страха. Страх перед наказанием и желание и страх потерять награду. Теперь третий вид страха, это когда человек, он за всем этим видит того, кто это все создал, Творца. И это называется страх перед Богом, трепет перед Богом. Он уже просто, его прям накрыло, он прям разговаривать не может. Он, значит, смотрит на вообще, он не то, что смотрит, глазами это увидеть нельзя, а он внутренним взором, он как бы уже прикрепился к вот этому вот, ну, как бы почувствовал, да, связь со Всевышним. И он думает вообще, о чем я, какое вообще там мерять вот этим награды. Я уже со Всевышним вообще коммуницирую, ничего себе, мне ничего больше не надо. Если эти люди, если посмотреть, вот в ешивах как раз сидят в основном такие люди. То есть, когда говорят про ешивы, ортодоксы, видят те, кто по улицам слоняется, и это переодетые, это те ортодоксы, они не настоящие. Все, кто сидят в Кнессете, там, в парламенте, все, кто одеты как ортодоксы, но не сидят в ешиве и не учат Тору вот так по-настоящему, они выглядят как ортодоксы, но они не настоящие в плане, потому что по Торе, если человек действительно на высоком таком уровне, да, то он просто, ну, для него мир перестает существовать материально. Он просто его так включает, что уже потом он выключиться не может. И вот, значит, это третий вид страха перед Богом, к которому нужно стремиться. Дальше мы выучили в этой главе, человек – это как малый мир, что душа в человеке – это как Всевышний. И взаимоотношения между внутренними частями человека – одно тоже очень важно, то есть что в тебе является твоей главной частью. Если душа, тогда душа управляет жизнью человека. Если интеллект, тогда интеллект. Если эмоции, тогда эмоции. Если тело, тогда тело. И вот человек, значит, он похож на, как на мир, да? То есть что ты видишь в мире? Кто-то видит Всевышнего, и мир как отражение Всевышнего. Кто-то видит камни тут, смотрите, что такое мир. Вот книжка белая, да, вот она, значит, буквы черные, а вот, значит, там, компьютер, да, вот человек, кто-то фокусируется на, уже на палке, грубо говоря, да, когда человек вот палкой машет на собаку, например, собака, она фокусируется обычно на чем? На палке, она на палку гавкает там и все, а кто-то понимает, что есть человек, а кто-то видит в человеке его намерения. Вот точно так же каждый в себе, он, ты кто? Спроси человека. Кто-то скажет, я душа божественная, я луч. А кто-то скажет, кто я? Я конь в пальто, знаешь. И все. Вот каждый человек определяет, кто. И дальше он пишет, значит, как душа наполняет все тело и несет тело, и остается после тела, единственная в теле и не питается в теле. Видит и невидимо, она чиста в теле, она не спит. Так и Всевышний наполняет свой мир, как сказал пророк Ирмия. Ведь небо и земля полны мною. И, значит, дальше он заканчивает книгу, вот мы заканчиваем. Поэтому пусть душа, обладающая всеми этими свойствами, славит Всевышнего, который проявляется подобным образом. Душа размышляет о том, кто создал ее, и облачается в смирение и страх перед Всевышним. Поэтому человеку следует наблюдать себя и понимать свою сущность. Вот откуда его корень и ствол. Осознан он из капли смрадное перевели, да, ну, из капли семени, значит, и все, кто плохо там говорят про Тору, про людей, вот здесь такие в Ютубе иногда забредают какие-то заблудшие души, да, и пишут всякие гадости, если обычно только в Ютубе пишут гадости, такие заблудшие души, так они так и остались, вот это вот, они были созданы, все были созданы из смрадной капли, а потом стали куском плоти. Так они так и остались, смрадная капля куском плоти. Человек
как вселен в него дух из высших, значит, он может тебя воспринимать как этот дух. И оделся, а кости, жилы, вот это вся тело, это как одежда такая, да, временная одежда. И пусть поймет, насколько каждый отличается от другого. И пусть поймет, что был 9 месяцев заключен в чреве матери и вышел оттуда голый. То есть, представляете, мы все вышли из... Вначале были каплей, потом вышли из чрева матери голыми, безногими, слепыми, глухими и безрукими. Так метафора Талмуда, потому что хотя руки есть, но маленький ребенок, он еще с трудом управляет, он не понимает, что с этими руками делать. И когда человек об этом подумает, пусть он обо всем этом подумает и спросит себя, а кто вообще дал мне возможность видеть, разговаривать, уши? Кто в мое тело устроил? Кто сделал так, что у меня в юности волосы черные, а в старости белеют? И когда он будет размышлять, что есть Творец, и что он будет рассматривать себя как бы со стороны, да, он будет смиренным, покорным и будет сторожиться Всевышнего. И заканчивает он эту книгу фразой, которая вот как раз последняя фраза из Экклезиаста. Мы начинаем с завтрашнего дня изучать Экклезиаст, как раз Коэлет. В конце концов, все станет известно, все станет понятно. Поэтому страшись Всевышнего, соблюдай его заповеди, потому что в этом вся суть человека в этом мире. То есть все остальное временно, бессмысленно и не помогает, не спасает в долгосрочной перспективе. Связь со Всевышним, изучение Торы, молитва, добрые дела, выполнение заповедей – это очень перспективное занятие, дает хорошую перспективу. И в этом мире тоже дает много радости, много приятных ощущений, занимает время. Просто в это нужно включиться. Включиться, а включиться эмоционально можно через любовь ко Всевышнему, трепет перед Всевышним, благодарность. Я думаю, что вот когда говорится «обрежет сердца», что самый простой способ действительно соединиться со Всевышним не через страх, это благодарность. То есть, поэтому я благодарен автору этой книги, в первую очередь, которую мы изучили, что он ее написал, и он скрыл свое имя, чтобы не было у него славы там и так далее, но просто на небе там знают, кто написал. Поэтому спасибо огромное автору этой книги. Спасибо вам, что присутствовали на всех этих 120 уроках. Больше 200 человек сейчас в прямом эфире. Вот 220 почти человек в прямом эфире нас. И каждый урок смотрело около 2000 человек, если посмотреть потом в записи во всех соцсетях. И обязательно спасибо вам огромное, что вы смотрели. Спасибо всем партнерам, спонсорам, которые обеспечивают работу команды, которые эти уроки ставят, обрабатывают, ведут соцсети и так далее. Спасибо огромное всем партнерам, спонсорам. У вас есть ваш вклад в том, что тысячи людей, если посмотрели эти уроки, то у вас есть огромный вклад в этом. И спасибо Всевышнему, что дал нам возможность изучать Тору. Спасибо родителям, что дали жизнь. Спасибо за этот день, да, прекрасный день, который наступил. Чем больше спасибо Всевышнему, тем больше связь со Всевышним через любовь. А когда связь через любовь, то тогда тебе интересно становится увеличивать эту связь. И с Божьей помощью Всевышний тогда каждому даст то, что ему не хватает, то, что ему нужно. И как говорил царь Давид, пойдет 1000 слева и 10 000 справа, а с тобой ничего не случится. Всевышний будет тебя защищать, хранить. И даже если есть, к сожалению, еще в мире тысячи людей, которые, миллионы людей, миллиарды людей, которые не пробудились к любви ко Всевышнему, но те, кто пробудились, все будет у вас хорошо. Будет хорошо, где бы вы ни были, чем бы ни занимались, тот, кто любит Всевышнего и живет под его защитой, то ему будет хорошо всегда, везде, во всем. Главное видеть это и благодарить за это. Все, всем удачи, успехов. Встречаемся завтра с Божьей помощью и начинаем изучать Коэлет, Экклезиаст. Значит, в канале Ваикра я сейчас сделаю вот этот документ, как чек-лист по 28 вот этим вот качествам пути праведников. И там же я сделаю ссылочку на бот, на телеграм-бот, который Коэлет, чтобы вы могли не только быть на уроках, но вы могли сами читать, проверять там и так далее. И скоро выйдет книга «Экклезиаст» в издательстве «Книжники», потом в Израиле выйдет эта же книга с моими комментариями. То есть, ну, мы идем сейчас по новым комментариям. То есть, то, что было в книге, это когда-то было. Сейчас я новый буду изучать комментарии, и что-то мы добавим
к пониманию Экклезиаста. Все, всем удачи, успехов. Телеграм-канал называется Вайкра. Зайдите, пожалуйста, на телеграм-канал Вайкра. Подпишитесь на него латинскими буквами. Вайкра. V-A-I-K-R-A. А, Вайкра. Вот как читается, V первая буква. Латинскими буквами напишите в Телеграме, и найдется этот канал. Все, удачи, счастливо.